По аналитике своих видео прихожу к выводу, что многим моим зрителям не очень нравится затянутое вступление. Учитывая сей момент, сегодня без лишних слов переходим к обзору. А вы напишите мне, как вам такой формат повествования. Всех приветствую! Сегодня у меня в обзоре орхидеи Фаленопсис микс-каскад, о них чуть позже. И стандартная орхидея Фаленопсис, но с очень крупными цветами. И первый прекрасный экземпляр. Специально приложила ладошку к цветку для того, чтобы было видно размер цветка. Да и на фоне представленных фаленопсисов в данном магазине, а это у нас магазин «Мегастрой», город Казань, данная орхидея явно выделяется размером своих цветов. Могу точно заявить, что диаметр цветка явно превышает 10 сантиметров. Цветы у данной орхидеи бело-розовые, губа яркого свекольного цвета, длинные лопастные листья, заявленная высота 50, горшок диаметр 12, стоимость 945 рублей. Ну, я вас немножко заинтриговала? И таких орхидей с очень крупными цветами здесь будет несколько. А пока покажу вам орхидеи Фаленопсис микс каскад. Почему каскад? Да потому что цветонос закреплен на специальном дугообразном каркасе. И цветочки на нем вынуждены располагаться каскадно. Данная орхушка размером своего цветка ничуть не уступает предыдущей. Следующий фаленопсис каскад вот такой удивительной расцветки. Я бы сказала, сочетание цветов здесь вкусное – мармелад-пастила. Розовое легкое распыление в виде мелких точек, местами даже растушеванных на желто-яблочной основе лепестков. Листья длинные, почти ремневидные и прекрасные корни. Еще одна нежная орхидея Фаленопсис каскад. Она практически белая, с легкой розовой растушевкой у основания лепестков. Розетка плотная, с короткими округлыми листьями. Забыла обратить ваше внимание, что данные орхидеи Фаленопсис микс каскад стоят 995 рублей. И эту орхидею решила показать вам с корней. Корни повергли меня просто в шок, но приятный шок. Они такого красивого зеленого цвета плотно забили вот этот вот горшок. Ну, в общем, друзья мои, такое встретишь нечасто, это просто находка. А вот цветонос у этой орхидеи выглядит удручающе, потому что все цветы опали. Ну, осталось вот несколько штук, по которым можно судить, как эта орхидея выглядела. Ну и хочу теперь вас снова вернуть к Фаленопсис стандарт с крупными цветами. Орхидея Фаленопсис, которую я сейчас вам покажу, по размеру цветка, ну, конечно же, уступают самой первой орхидеи, которую я показала вам в начале видео. Но в диаметре эти цветы точно имеют 10 сантиметров, то есть они тоже достаточно крупные. Данная орхидея очень напоминает мне орхидею Фаленопсис африканская красавица. Но, насколько я помню, у этой орхидеи нет вот такого белого ободка, растушеванного по краям лепестков. Хотя цветы у африканской красавицы действительно очень крупные. Не обделена красотой и эта орхидейка. Прежде всего, она интересна цветом цветов. Ну и рисунок. Рисунок тоже здесь необычный. Здесь у нас и точки, здесь у нас и венки, здесь у нас и растушевка. В общем, все. Длинные вытянутые листья и хорошие корни. А также прекрасный размер цветов. И эту орхидею Фаленопсис микс стандарт я отнесу к фавориткам сегодняшнего обзора. В ней все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Цветы крупные, с красивым точечно-полосочным рисунком, с мощной розеткой и, конечно же, корни. Корни здесь тоже хорошие. Мне кажется, что здесь мне встретилась орхидея Mountain. Поправьте меня, если я не права.
Ну и закончу мой обзор и этой яркой орхидеей, которая тоже заслуживает вашего внимания. В данном магазине помимо прекраснейших орхидей были и наикрасивейшие цветущие растения, которые я не могла не показать вам, но в ускоренном формате. А с вами я прощаюсь. Заглядывайте на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока!